Соревнование прошло в рамках спортивного праздника Motul Extreme Show. В третий раз на горных вершинах собрались профессионалы и любители, чтобы посоревноваться друг с другом в гонках на мотоциклах. Общая протяженность маршрута составила более 20 километров. Специально подготовленные трассы были разделены на два класса сложности – про и хобби. Участники должны были преодолеть искусственно созданные прологи. Это испытание определило очередь старта на покорение пиковой площадки горы Черная пирамида на высоте 2340 метров над уровнем моря. Пройти весь маршрут не смогли многие райдеры. Коррективы в ход соревнования внес ливень, продолжавшийся более 5 часов. Адреналин сумасшедший. Драйв. Боялся, что наверху будет туман, и мы будем последний финишный падеж штурмовать вслепую. Потому что там туман ложится моментально, облака точнее. И будем просто полный газ держать и по старой памяти ехать на арку. Но повезло, мы приехали, все было чисто, дождь еще не начался. Поднялись, потом погода начала портиться, и все, мы потихоньку начали спускаться. Мотогонщикам и другим участникам мероприятия пришлось покинуть верхнюю площадку, и соревнование было остановлено. В результате корона короля горы, как и в прошлом году, досталась гонщику под номером 54 Николаю Иноземцеву. После церемонии награждения прошло зрелищное Motul Extreme Show.